Маш, а когда последний раз ты была в театре? В прошлом году со всем классом ездили. А ты знаешь, что спектакли ставятся не только на профессиональной сцене? Вот, например, театральная студия «Зеркало». Там ребята наши с тобой ровесники. Сами пишут сценарии, участвуют в постановках и исполняют все роли. Хочешь посмотреть? Конечно! В театральной студии «Зеркало» исполняется 20 лет. Юбилею посвящена акция «20 добрых дел». Одно из самых значимых событий акции – театральный понедельник. И сегодня мы находимся на репетиции спектакля «Божественная комедия». Постановка основана на произведении Исидора Штока. Пьеса о сотворении мира и грехопадении первых людей. Начинается весь спектакль с того, что ангелы создают вместе с Богом мир, свет, тьма, земля, космос. Студийцы взяли непростой для понимания материал и попытались сделать его более доступным. Большой неожиданностью оказалось то, что над сценарием работает не только художественный руководитель, но и сами юные актеры. Мы сами придумываем эти этюды, сами вот это вот все как, ну, режиссер как делает, направляет нас. Берется произведение, выбирается, причем ребятам предлагается несколько произведений, и они начинают на все делать этюды. И уже изнутри вот этого процесса мы все вместе понимаем, этот спектакль нам больше интересен. Главные герои – Адам и Ева. Влюбленные становятся первыми людьми, увидевшими ангелов. А, Б, Д, В. Я играю ангела Г. Ну, это для меня очень интересно. У меня очень такой хорошенький ангел, милый, я его очень люблю. Но он от меня, конечно, отличается, но у нас все равно есть сходство. Также в театральной студии «Зеркало» есть и другие постановки. Играем мы два спектакля, кроме «Божественной комедии». Играем спектакль тоже фантазии по рассказам Чехова. Любой постановке предшествует долгая работа. Прежде чем получить первую роль, ребята занимаются хореографией, вокалом, сцен-движением и речью. В театральной студии «Зеркало» сейчас есть детская, подростковая и взрослая группы. А в этом году планируют набрать еще и труппу студенческого молодежного театра.